26 января в отборочном этапе турнира прошли 4 математических боя, по результатам которых определились команды-финалисты. Набрав максимальное количество баллов, в финал прошли ученики школы номер 15 имени Сергея Применина и школы номер 1 с углубленным изучением отдельных предметов. По итогам математического боя победу одержали учащиеся первой школы. Отметим, что это уже их вторая победа.